В конце июня 2024 года поисковики Тверской областной общественной организации «Витязь» приехали в деревню Громовка Оленинского района. Здесь, по воспоминаниям местных жителей и материалам архивных документов, в годы Великой Отечественной войны были расстреляны сотни мирных жителей. В октябре 1941-го в деревню вместе с подразделениями вермахта вошел один из карательных отрядов СС, состоящий из лиц славянской национальности и финнов. Через несколько дней после того, как фашисты обосновались в Громовке, каратели приступили к своей черной работе. На берегу реки Сишка, там в 42-м по март 43-го зондеркоманда немецкая была, и они очищали территорию от неблагонадежных лиц, ловили, допрашивали и расстреливали. Там порядка 260 человек, значится, расстрелянных вот в этом месте. А захоранивали им всех, расстреливали в противотанковом рву, который в 41-м году еще наши выкопали, вот, но не воспользовались им. И вот мы ищем эти останки. Поисковики «Витязя» уже проводили раскопки в этих местах. Примерно локализовали место, но щупы не достают очень. Грунт такой глинистый, поэтому вот в этом году приняли решение экскаватором попробовать. Но пока не очень удачно. В этом году на помощь поисковикам пришли неравнодушные люди. Предоставили экскаватор. Это учредитель «Экоторф» у Ржевского, Петров Максим Викторович, вот, и его водитель Соловьев Андрей Юрьевич. Они очень так прониклись этим делом, помогали нам бескорыстно. Вот, за что им большое спасибо. Но раскопкам в июне этого года поисковикам помешала погода. 3 дня запланирована была повестка. Первый день дождь, потом вроде прояснилось, загнали экскаватор туда, и он у нас утонул. Вот мы его выкапывали полдня, и поэтому полдня всего лишь шурфили этот противотанковый ров, проверили где-то метров 60-70, и день закончился, а на следующий день опять дожди. В состав «Витязя» входит несколько поисковых отрядов. Объединение включает 4 поисковых отряда: «Фронтовые дороги», «Марс», «Витязь» и «Партизан». Мы занимаемся поиском погибших в годы Великой Отечественной войны, а также в рамках проекта «Без срока давности» занимаемся поиском уничтоженных, погибших гражданских лиц во время оккупации. Каждый год поисковики выезжают на раскопки в различные муниципалитеты области. Некоторые отряды включают несколько поколений тех, кто восстанавливает память погибших в годы Великой Отечественной войны. Работа эта безвозмездная. Кто-то берет на время раскопок отпуск, кто-то выезжает в выходные. Другие договариваются на работе. Большое спасибо и благодарность огромное руководству вагонзавода. Они отпустили наших ребят на 3 дня. Это потому, что будние дни были вот с работы. Это отряд «Фронтовые дороги». Благородное дело поисковиков поддержано на государственном уровне. Руководители поискового движения уверены, правдивую историю нашего Отечества, ее героических страниц обязаны знать сегодняшние школьники. Мы регулярно проводим выставки, приезжаем по школам, техникумам, рассказываем о своей работе. Ребята, кто-то пытается к нам. У нас в основном из молодых сейчас, в основном сотрудники МВД. Как ни странно. Ребята есть воспитанники, которые еще студентами были, сейчас уже майорами там служат, до сих пор у нас копают. После окончания войны здесь, в Громовке, проводились частичные раскопки. Это было в начале 50-х. Подняты останки 221 человека. Раскопка второй части захоронения была перенесена на другое время, но так и не проводилась. Поисковики «Витязя» решили продолжить дело исследователей послевоенного времени. Там есть мемориал уже. В 2011 году глава района Дубов организовал мемориал этот. 28 фамилий, по-моему, есть местных жителей из тех, кого смогли установить. Вот. Там есть, да. Потому что, когда освободили в марте 43-го,
там еще снегом, естественно, была погода, все заметено, начали эксгумировать, родственники забирали своих часть. Кто-то развезли, часть их, кого успели эксгумировать, в деревне Мясницы, в мемориал похоронили, а потом приостановили, как записано в деле, эксгумацию приостановили, потому что оказались заминированы тела. Немцы, когда уходили, видимо, заминировали. Поэтому они все это дело прекратили, и вот так это до сих пор и осталось. Этим летом Витязь планирует очередную поездку в Оленинскую Громовку. Надеемся, на сей раз погода ребят не подведет, и поднятые останки мирных жителей станут еще одним доказательством зверств фашистских оккупантов на нашей Верхневолжской земле. Напомним, 21 июня Тверской областной суд удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в период оккупации территории Тверской, ранее Калининской области, в 1941-44 годах. Надо, в конце концов, раздать по заслугам-то. То, что это было, замалчивалось какое-то время, это дело спускали на тормозах, все вот эти вот. У нас же очень здорово здесь лютовали финны и прибалтийцы. Вот, потом жители некоторых других республик тоже, Украина та же, они в основном были во всех этих карательных отрядах, специальные были отряды. Поэтому надо все-таки с ними до конца точку поставить над этим делом.